Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Продолжаю рассказывать про Омаху. К нам в город приехал лунопарк. Вот как это выглядит. Еще буквально неделю назад ничего здесь этого не было. Мы пришли вот на нашу набережную, где мы обычно гуляем вечером. Вот, если вы помните, кусочек от набережной с культурой. А вот он, лунопарк. Все эти качели, карусели. Я смотрю, там разворачиваются новые палаточки. Ставят пивбар уже там в заднем плане, уже с закусками. Народ все прибывает и прибывает, хотя сегодня еще четверг. Но, наверное, в пятницу здесь уже гораздо больше будет и народа, и каких-то вот развлекательных мероприятий. Я смотрю, там уже временные татуировки рисуют. И вот какие-то вот мишки можно их выиграть, там, кидая шариками. Короче, лунопарк. В связи с этим, если вам интересно узнать о лунопарке, о том, как развлекаются американцы в Омахе, как все это выглядит, пишите заявки под этим видео, я постараюсь на выходные, если заявок будет много, выбрать время, приехать сюда и снять дополнительное видео. Удачи и оставайтесь на канале.